я использую, да, как бы, то... если там, допустим, ю, да? Да, то, да. Как бы, А попробую сейчас вот сделать вот задней спинкой языка на е, на е, атаку. Больше не получается. Активно, я имею в виду, точнее. Смотри, получается так. Нужно как бы закрыть и потом открыть. Окей. Можно мы что-то попробовать? Да. Всегда как бы есть как бы, ну это такой эксперимент, да? Вот. Значит, если попробую выдвинуть язык вперед, чтобы он был, чтобы у тебя челюсть открылась гораздо больше, вот так. Да. Вот. Вот это твоя постановка, вот, на которую ты должен играть. Я так считаю. Почему? Потому что звучание сразу же, оно приобрело такую, знаешь, такую компактность и намного больше высоких тонов, то есть обертонов появилось. Насколько ты можешь с этим... Смотри, и там... Это получается, как бы ты... Да. Смотри. Сейчас я просто сделал как бы больше... открыл. Да, открыл, да. Да. Смотри, получается следующее. На тубе ты эту штуку не получишь сразу. Потому что ее нужно натренировать. На сухую, да. На сухую. И она должна... Смотри, если я говорю... Вот такая компрессия. О! Вот эта компрессия... Нет, видишь, сейчас даже еще не получается. Ну как же можем там получиться, если... Да, я понимаю. Понимаешь? Да, получается. Это такой... Да. И вот это есть... Это как бы пневматическая такая атака получается. Да? И вот с нее уже можем мы очень много начинать. Почему? Потому что если ты вот эту... Ты выставляешь язык, да. Вот так, вот такой язык, да. О, смотри, вот у тебя пошла уже вот это. Ну, у меня там, по сравнению с тем, что я делал, как бы то, что я пробовал, у меня там серьезно как бы открывается. То есть для меня это не маленькое движение. Да? Потому что если я сейчас правильно делаю, то видите, у всех разное понятие да. Насколько маленькое движение. Да. Смотри, вот у тебя язык стоит между зубами. Ты его расплескиваешь. Вот так. Никуда не убирается. Так, нет, он у меня там не убирается, но вот это движение, оно достаточно большое. Да, крупное. Да. А теперь попробуй. А теперь вот такая. Вот это. Вот это оно и есть. Это, знаете, у меня сейчас получается, как бы я просто даже не без атаки, без ничего не, просто дыхание. Ты потом поймешь, что это... Да, без инструмента нужно натренировать. Да. И тогда оно сразу же как бы вот натренированный язык. Уже... Да, я понимаю, что вы говорите. Да. Вот, потому что, допустим, я когда пробовал играть
допустим, кончиком языка верхний ном в нем был. У меня да. тоже сначала не получалось. То есть я сначала, а потом. А сейчас я могу очень быстро. Да, 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 да. То есть, как бы это. Я понимаю, что тренируюсь. Вот, и сам факт, то, что со столба воздуха у тебя сразу вот нота выходит, да, mm-hmm. она придает необычайную уверенность mm-hmm. в игре. Вот, потому что нота, она из столба да, воздуха. Я понимаю, она столба mm-hmm. воздуха, она вот так вот, она вот тут, она ее, можно ее почувствовать. Mm-hmm. Тут ее чувствуешь, тут ее чувствуешь, везде ее чувствуешь. Понимаешь? Mm-hmm. Получается, как бы, если она натренированная, то есть вот это первое натренировать вот это. Чтобы компрессия была бы. Больше компрессия, да. Да, 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 да. Смотри, можно очень, очень тихо. Ну просто тихо, я не чувствую как бы компрессии. Ага, понятно. А когда я. Ага, понятно, да. Ну, то есть смысл это такой. Да, я понял. Да, смысл такой. Тогда я правильно делаю. Да. 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 И так должно быть быстро, допустим. Да. Так должно быть, да. Натренировать так, чтобы язык. Все, видишь, я со мной это закончил. Стой, ноги. Все. Да, спасибо. Да. Ну, нет, так что... я понимаю, я как бы. Смысл какой? Иметь компрессию. Компрессию вот этой скороварки. Да? Вот знаете, что такое скороварка? Скороварка чем отличается от обычной кастрюли? Mm-hmm. Что там есть вот да, эта да, крышка. Там, да, да, там давление. Там да, крышка, да. И эта крышка, она позволяет, как бы, ну, она выпускает давление только там, где вот этот сосочек у нее. Ну нет, так она не выпускает, ты выпускаешь прежде чем только открыть. Да. Как бы она же не выпускает. Да, да. Она сварилась, он говорит, готово. Ты открываешь, там да, да, да. Как бы все, ты открываешь. Нет, почему она же выпускает помаленьку, там дырочка специальная. Но если оно там, если перебор. Вот здесь получается наш язык, это та же самая, как бы, вот эта крышка, да? Посмотрите, вот когда я, допустим, вот какую-то, ну, гамму, да, возьмем, да. Нас, да? Да. Не хватает вот этого. Нет, на каждую ноту. А, на каждую. Да. То есть и он сам делает, да, тебе не надо, да, 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 понятно. А, все, я понял. Понимаешь, получается, что... Надо две вещи, вот, как бы, вот это интонационно, чтобы язык, да. как бы, и вот это... Да. Да. А да. чем отличается, да, и... Смотри. Как бы, вот мне с помощью легче сделать эту компрессию, чем с Е. Я потому говорю. Почему? Потому что... А мог бы ты попробовать на ц сделать компрессию? Да, на ц могу. Мне кажется. А язык лежит у голонежных зубов? Да, да, а так. Да. Не отпускай, не отпускай. Да. Видишь, ну подпустил, чуть-чуть такой. Да. Нам неудобно просто, надо привыкать. Да, надо привыкать. Mm-hmm. Может, сам я перехожу, у меня язык уходит из-под низа. Да, там, может быть, может быть. Это регистр. Нужно просто да. приучить его в нижнем регистре, чтобы в этой же было. Почему нужно вот это Е? Да, вот да, это? Да. Почему нужно Е? Потому что нам нужно вот это, как бы вот этот весь да, язык. Да, Е перекрывается весь. Да. Она когда-то держит не весь. Он как бы прям расплывается. Да, да, понимаешь? Да. И нам нужно два. Нам да, нужно понял, два понял, варианта. Понял. Потому держать, что... а С говорить, получается, или как? Получается, я...
Такой микс, такой микс между двух, да. 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 Ну, короче говоря, Е это более как бы компрессионный, для того, чтобы ты почувствовал конкретно эту. Да. А потом ты делаешь ц, и оно как бы, ну да, да. Ага. И, оно... сам, и важна, важна вот эта атака, которую ты сейчас сделал, потрясающая. Вот это С это звук. Это атака. И все. И от, вот от этого можно плясать уже. Понимаешь, вот ты возвращаешься, а, что-то не так звучит, давай. Ага. И пошло. То есть ты все время возвращаешься, знаешь, примериваешь, а там в дом зашел, примериваешь, ага, тут нормально, там шкаф поместится, там все поместится, все, пошли. Работаем дальше. Понимаешь? Да, 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 я понимаю. Вот, вот такая, вот такая система. Да. Ну, у меня раньше тоже так не получалось. Это вот Белузин, я ходил тоже. Да. Но вот. Сейчас я понял, что у меня мало как бы компрессии. Можно да, еще. Да, 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 да. Угу. Вот когда вот компрессии, вот тогда получается такой густой звук, такой, такой классный, такой, он так ложится, знаешь, вот просто как родной. Вот. И сразу ва-а-а. Да-да-да, хорошо, спасибо. Я буду тренироваться. Да. Потому что мне, мне это близко. Да. Ну, можем мы сейчас что-то маленький эксперимент сделать. Сыграй мне, пожалуйста, ноту. Вот это си бемоль было, да, первое. И ты вот, сохраняя вот эту С, вытаскивая кулису медленно до седьмой позиции. Держи, 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 С. Отлично. А теперь мог бы ты сделать еще больше компрессии с этим С? Чтобы больше сопротивления воздуха. Смотри, суть какая, чтобы вот это S, вот эта интенсивность сохранилась там. Потому что ты уходишь туда. Уходит, потому что дыхание кончается. Да, потому что ты отпускаешь, отпускаешь компрессию. Смотри. На сухую. Сохрани ее, сохрани. Да. О, вот это хорошо. А теперь то же самое мы попробуем от ноты фа. Получается, дыхание кончается почему? Потому что нету сопротивления. Дыхание очень, фух, знаешь, как крышка с этого, с скороварки, фух, давление раз и вышло. А нам нужно удержать это, вот это. Сделай на сухую, пожалуйста. Да. Опускалась. Да? Да. А сейчас я ее держу принудительно. Да, вот. А теперь попробуем с си бемоль. Точно так же. На сухую сделай. Да, вот теперь ты, ты знаешь, как правильно. Видишь? Зазвучал. Не, не, я понял, я просто зазвучал сразу. Вот так клал, он поднимается, но он у меня не делал вот эту вот. Сейчас я, она получилась, и удобно туда чувствуешь, как она да. идет. Пускается язык все равно. Да, но это на сухую. Смотри, сделай еще раз на сухую. А теперь точно так же. Да, и просто, смотри, смотри. Получается так, язык остается на S, а мы здесь контролируем губами а, на О, да? А, да. Третья позиция уже в воздух да. становится рыбой. Да, такой вариант попробуем. Ты выдвигай язык вперед, пожалуйста, так, чтобы выдвинулась твоя челюсть нижняя. Вот так.
Нет, смотри, смотри. И сейчас. Примерно так, еще да. не захватило. Да. И здесь получается так. Вот. Именно вот это только. Не, там понятно. Да, 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 да. А вот низ, когда почему я и спрашиваю вопрос, у меня почему-то не получается, у меня особенно вот этот регистр особенно. Вот до соль никак не могу поймать. Да. Ну тут нужно просто натренировать вот это. Смотри, если ты очень зажмешь, и такой. Тоже, да? Нет, попробуй экстремально зажать. Экстремально зажать. Сколько ты можешь? Потому что иногда бывает, как бы не хватает вот этого понятия, знаешь. О! Все равно он концо опускается. Концо опускается. Я не могу его пока контролировать. Да, да, еще. Да. Это нормально. Это нормально. Это нужно просто, как говорится, вот на сухую заниматься, заниматься, заниматься. И потом оно клик сделает. И уже все. И уже хорошо. По-другому совершенно идет. Но мне главное это, потому что когда я. Здесь нормально, а вот да. вниз. Она начинает плавать, плавать, да. Да. Я не могу попасть в фокус ноты. Ага. И только понятно. Оттуда идет фокус. Видимо, язык я все-таки непроизвольно раньше да. опускал. Да, да. И вот это хи, эс. Потренируйтесь. Сейчас мы же записали все, да. поэтому да. будем смотреть. Спасибо. Очень приятно тоже. Почему вот эти думаю, упражнения, вот они очень характерны именно, потому что вот там можно остаться просто на вот этой S. Ничего не раскрывать больше, да? Не раскрывать. Да, но вот непроизвольно, видите, я так думаю, что это связано с тем, что нас когда учили, в бас-тромбон, говорят, да. вы должны там открывать, чтобы объем был, да, ну, да. вот это, да. картошка там да, горячая. Да, да, там. Да. И ты когда открываешь, естественно, все, а в итоге как бы концентрации-то и нету. Да, да. Потому что идет расфокусировка. Да, идет, она рыхлая, ее и держать тяжело. Да. Так и есть, так и есть. Ну вот сейчас понять просто и потихонечку, надеюсь. Да. Но сегодня что-то прояснилось, конечно, так же, да? Нет, так он прояснилось еще тогда, он же мне Андрей нарисовал да. ваши уроки. Да. Я смотрел, говорю, я пользуюсь, как бы для меня это да, то есть да. тоже... влияет на звуки, на все, поэтому я доверяю этому. Да, да. Единственное, мне вот с нижним регистром особенно, я говорю, си, ля, соль, диез. Угу. А они все на три форта там в этой симфонии. Ну, и да. мне приходится все равно по-старому играть, чтобы, да, да, чтобы да. нота хотя бы была устойчивой. Ну, да, конечно, да, да. Потому что если я так, она будет мимо просто. Да, да, ну понятно. Нет, там организм просто использует те резервы, которые у него есть, да. А вот если ты натренируешь вот этот, смотри, получается, что здесь просто нужно сделать клик, чтобы, смотри, с самого верхнего регистра. Сделай так. И держи вот это, и держи вот это здесь в языке си. Вот это оно. Все получается, понятно. Что си надо держать. Вот я и говорю, что это вот, она, когда ее си держишь, она остается. Если чуть-чуть больше открываешь буковку, грубо говоря, да. она становится ровной и уже концентрации да, такой нет. Да, уже нету, да. Вопрос. Почему это систему мурыжим? Да. Скажем, вот я пробовал, вы когда сказали, что у нас вот на хи, потом да. мы делали на с, да. я вот как бы начинал так вот делать, как бы. То есть я как бы с помощью S хи делал и ну как бы E вот да, позиция да. E по хи потом S да да да, да. и вот пытался да. там находить его калькуляцию, то есть это далековато получается, чем ну, немножко да, далеко, но вот это может это, или это смотри получается так, нам нужно вот что нам нужно вот этот язык, чтобы он был очень как бы вот таким, ну, дугой такой, выстроился вот такой, да. И вот когда мы на Е говорим, вот эта спинка, она как бы, она не провисает, она поднимается высоко, выше. Да?
А потом уже идет вот, этот, вот эта компрессия с S. Получается, что там наверху E должно быть вместе с S. Вот. Вот просто может ли из этого, если вот S еще больше прижимать к небу, может из этого возникнуть атака, вот как у вас? Или это немножко не, неправильный путь? То есть я имею в виду... То есть я эту S, да. Я ее прижимаю, да, к небу. Тут, но тут не совсем контролируем. Вот какой-то он такой. Нет, он не совсем контролируемый там язык будет. Понимаешь, можно, я понял твой вопрос. Там не совсем контролируемый. Можно, можно все натренировать. Но просто вот то, что я предлагаю, это более проще вариант. Это проще вариант, потому что там вот это есть. Там получается. Это как бы вот здесь где-то она, вот эта серединка, она как бы провисает, вот, вот крылышки висят на зубах, да, а вот эта серединка, она открывается, закрывается и получается. И это самая, самая эффективная атака, самая эффективная. А вот чтобы найти как бы вот звук, я вначале пробовал сделать как вот, ну, так, интуитивно, что вот здесь я говорю просто так. Я просто соединяю губы. Правильно. Да. То есть я в это время произношу это. Да. Сама S у меня как бы работает, да, отдельно, да, от артикуляции. Да, да. Артикуляция у меня еще пока все-таки частично бывает. Это нужно вот это натренировать. Вот, это нормально, да. И вот слышно, что вот мне кажется, что есть вроде призвук от S звуки или нет? Между yeah. звуками ты делаешь yeah. и потом, а, понимаешь, поэтому как бы отголосок кажется, что как будто на заднем, ну, плане. То есть, этот... я просто я не могу понять, продолжается ли само звучание S у меня в это время. Продолжается, я, конечно. Слышите, да, да, она конечно, есть, держалка, да, работает, да, да? Да. Потому что я сам понять не могу, я интуитивно думаю, что да, я так делаю, и я верю в это. Да. Но я как бы я не знаю результат. То есть, может быть, я делал так. Ну как бы они. Ну, как бы не со звуком S. Помнишь, мы с тобой говорили, что можно сделать так, вот я возьму свой инструмент, сейчас покажу, чтобы для того, чтобы, ну, это как бы для уже дальнейших занятий, чтобы правильно как бы на этом оставаться, нужно уметь вот этот мешочек, о котором мы говорили, да, тряпчаный, да, который вот это две, чтобы мы его... Да, я его зажимаю и открываю. И он получается как бы у нас такой, более такой, ну, что ли. А вот, вот про это вы говорили. Да. То есть, я искал гнусавый тембр другого характера. То есть мы когда с Анатолием разговариваем, он говорит, ты можешь позаниматься таким максимально пережатым звуком? Да. Таким, да. Вот. Ага. Вот сыграйте, как вы имели в виду, потому что я стал вообще другой. А вот я сыграю нормально. И сейчас сыграю вот этим, да? Более закрытым. Какая разница была? Ну, тот как бы более свободный, да. Это чуть-чуть больше матовый. Ну, как более, более матовый, да. Но в это время у вас мышцы... Но в это время работают мышцы по-другому. Почему? Потому что вот если мы так вот занимаемся, да, и вот у нас там, допустим, я разыгрываюсь так. Угу. Я разыгрываюсь так. Нормальный звук это не. Он открытый, да? Но я для чего это делаю? Для того, чтобы собрать вот в губах еще вот этот максимальный центр. То есть там центр и тут центр. Это уже, ну это для дальнейшего, как сказать, развития уже, понимаешь?
Вот мог бы так повторить-то? Но сыра не сказал. Этого делать с помощью вот этого сжимания. Это и жим, и этого. Да, да. Получается, что атака не должна быть па, не должна быть, а должна тира, тира, ра, та, та. Она та, та не должна быть, а должна та, ра, ра, та, та. То есть артикуляция должна остаться, но не должно быть та, потому что ста возникает такой как будто акцент. У меня перемещается без акцента все. Да? И вот благодаря вот этому я могу очень много играть вот технических вещей, да? И они сразу же по-другому ложатся. Вот эта вещь, вот это розмарин. Она вот оно ложится на этом. Я сейчас неправильно, я пытался изобразить именно тембр, ну то есть вот это, да, гнусавость. Да. Я понял, что артикуляцию я использовал эту старую та. Да. Я попал. Но я имел. Давайте для начала найдем все-таки вот тупо. Да. Вот, настолько ли гнусавая я. Значит, я сейчас максимально приближу язык. Затяни вот так вот. Это нужно для фокусировки и для того, чтобы вот этот фокус и вот губки, они все хорошо, очень хорошо сложились. А на базинке вот? Нормальный базинг. Еще, да, как мешочек. Да. Вот я заметил, что вот старый базинг, вот он такой пустой. Да. Язык, когда приближаешь, появляется вот этот звон. Звон, да. Я раньше не мог понять, люди занимаются базингом, кто-то играет так. Да. Я думаю, как он так громко делает. Да. А оказывается, это просто близкий язык. Вот да. В этом идея, да? Да, да, да. Да. Несколько раз. Релегато. Релегато, два стаката. Да, я сейчас переезжаю, сыграл. Красиво пригласить. Легато туда-сюда, и второй раз легато дальше. Да. Смотри, у тебя... Нет, знаешь почему? Потому что у тебя та. Ты артикулируешь та. Я нужно... пытаюсь язык, чтобы лежал здесь. Правильно. Но там чем-то средним получается. Да, где-то там не тот. Понимаешь, когда S ты отпускаешь, почему я говорю S мы держим, это наш звук. Да, понял.
Песня. Песня. Это же песня просто. Это достаточно забавно? Хорошо. А ты сам будешь решать. Ты сам будешь решать, если у тебя... Если а у тебя... как оно звучит? Ощущение есть, что как-то звучит внутри у тебя. Классно, классно. Классно. Все дело в том, что вот это пережатие, оно настолько микронно, что для того, чтобы... Позвольте. 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 Auch ein Instrument. Фотографируйте. Мой кумир. Китайские копии. Да. Ну я понял, да, идею. Мужик, да? Ты хочешь? Да, я задавать. Но, конечно, вот это надо попробовать тренироваться, да, и время.